Аэропорты развалены, дороги развалены, локомотивной инфраструктуры нет. У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась. Никакая мы не бензоколонка с ядерным оружием, а высоко развитая страна. Нет границы нашему величию и безобразности того, что мы устроили. Кремлівський людожер Путін знову вийшов на екрани. Ви тому не дивуйтеся, бо ж на Росії, типу, вибори скоро, ось тому воно і розходилося. Але цього разу диктатор спілкувався не з американським журналістом, а зі своїм придворним пропагандистом-путіністом Зарубіним. Тож вирішив йому Путін пожалітися на те, що не отримав він повного задоволення від Карлсона. Він був з вами слишком м'яким, а вам з ним було дуже комфортно. І от як ви вважаєте, задавили ли вы американского журналиста своим авторитетом? Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, а я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику. Он несколько раз мне пытался прерывать, но все-таки, на удивление для западного журналиста, оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Ну, можливо, від Паші Зарубіна получиш удовольствие. До речі, Машка, та яка алкашка Захарова, викрила справжні причини невдоволення Путіна інтерв'ю з Карлсоном. Без бумажки, без, кстати говоря, экрана, который обычно стоит у всех американских деятелей, особенно президентов, они ставят экраны себе и читают с него. А без бумажки ты продолжить самостійно. Навіть Захарова визнала, що Путін таки зганьбився на весь світ. Огромное количество людей посмотрели, все обсуждают, Байден прокомментировал, Шольц отругал, Джонсон бьется в истерике, а Путин сказал: вы знаете, я вот как-то неудовлетворен остался интервью. Как будто бы можно было как-то и вопросы поинтереснее, может быть, и поострее. В общем, Путин мог бы еще развернуться, а даже они и сейчас все равно в шоке. В шоке так точно, від тієї кількості словесної історичної діареї, яку видавав Путін. А з приводу Карлсона, то насправді він по максимуму відпрацьовує кремлівський сценарій. Він ще досі у Москві, знімає пропагандистські сюжети. Скабєєва та Соловйов, ну просто не можуть ним натішитись. Ну і продовжує тролить в цій связі. Причому тролить і українців, і американців одновременно журналіст Такер Карлсон. Путін, кстати, про нього сказав, вопроси мог задавать би і поострее. Так от сьогодні Такер опублікував свій новий репортаж по итогам поїздки в Росію, який був посвящен метро. Карлсон буквально шокирован московской станцией, которая называется Киевская. Говорит, ну это же не метро, это музей, посмотрите, это история великой державы. У нас, конечно, большие проблемы, я не знаю, что делать, ну вы сами решите, ну подумайте. Ну пустили этого Такера Карлсона в страну, но теперь он же просто только о стране и говорит. Представляете, если один из самых информированных людей в Соединенных Штатах, в силу профессии, который должен был многое знать, настолько ничего не понимал про нашу страну, представляете, как у американцев сорвет голову от того, что Такер вот заявляет такое. Один из путей понимания общества проходит через его инфраструктуру, через место, куда люди отправились в путешествие, собралось много людей в одном месте, она может сказать много об этих людях. Итак, с этой мыслью мы ставим напротив станции метро Киевская. Ребят, звук-то давайте. Станция метро была построена с Сталином 70 лет тому назад. И вопрос заключается в том, в каком она состоянии сейчас, спустя 70 лет. Бедный Такер.
его порвало. Никакая мы не бензоколонка с ядерным оружием, а высоко развитая страна с потрясающей инфраструктурой. Страна наша совершенно замечательная. Високоразвитая ваша страна – не те слово. Тільки чомусь не всі достопримічательності, при погляді на які так пробиває на сльозу від гордості, показали цьому журналісту. Скабєєва взагалі могла б його звозити до себе на родину і показати, у якому історичному будинку досі живуть її батьки. Це місто Волжський, Волгоградської області. Тож давайте детально подивимося, як там живуть люди, поки їхня землячка лякає їх українськими нацистами і розповідає про загніваючий Запад. Справа, то, що не вбирається нічого, грязь повніша. Квартири і на вулиці, і на балконі, везде таракани. Много бродячих собак, я не могу выгулять свою маленькую собаку, потому что они пристают. Ну добре, якщо не Волжський, то можна показати Карсону Бурятію чи інші віддалені від Москви регіони. Этот мост, негласно, но вполне заслуженно, нарекли самым опасным в России. И находиться на нем, а тем более ехать по нему, да еще и в тяжелом грузовике, действительно кажется чистым безумием. Это мост через реку Витим. Она разделяет два российских региона. С одной стороны – Республика Бурятия, с другой – Забайкальский край. А мост, вернее его подобие, эти регионы хоть как-то, но соединяет. Потому что на сотни километров вокруг иного способа попасть с одного берега на другой просто нет. Так что этот мост – путь для самых отчаянных. Несмотря на свой жуткий внешний вид, не пустует никогда. Хоча насправді можна так далеко не їхати. Під'їзди у Підмосков'ї для сюжету про високоразвиту страну також підійдуть. Ми, звісно, це от страна, де там водка, медведь, балалайка. Але ні, куди пропагандистам розповідати про нецивілізацію у своїх регіонах? Їм же ж краще не сміхатися над Америкою. Там об'ясняли, що Москва – лучший город землі. Ми це і так знаємо, розумієте? Но главное, что это не мы это объясняем. То есть, теперь шутка такая в Телеграме ходит, что Такеру Карлсону за интервью заплатил не Путин, а Собянин. Да, это, скорее всего. Но это не точно. Но это, конечно, смешно. Ну просто, понимаете, вот что здесь удивляет в этом отношении? Что, понимаете, очевидные для нас вещи для них производят какой-то невероятное впечатление, понимаете? У нас 14 станций в год открыть там, ну, это нормально, а что? А для них, а да ладно, не может быть. У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась. Вот, ну, мы как-то это... Для них это, конечно, поразительно, но... На проблемы инфраструктуры США обращал внимание Трамп еще во время предвыборной кампании своей, когда он избрался. Говорю. Аэропорты развалены, дороги развалены, локомотивной инфраструктуры нет. И, в общем, в этом смысле, конечно, там серьезные проблемы. Вы не со времен индейцев, но со времен Рузвельта очень многие дороги там не сделаны. И если мы говорим о метро, то и дороги, сравнивая там Москву с Нью-Йорком, ну, в принципе, адекватное сравнение и по населению, да, и по территории. Дороги в Нью-Йорке гораздо-гораздо хуже, чем в Москве. Да, ну вы зрозуміли, загнивающий Запад, він в усіх сенсах загнивающий. Одна лише Росія, квітуча, інноваційна і, головне, з асфальтом. Такер Карлсон словно бы продолжает издеваться над Байденом. Точнее, он делится с американцами своими впечатлениями о поездке в Москву. На этот раз американский журналист опубликовал ролик с оценкой влияния западных санкций на российскую экономику. Для этого Карлсон пошел в магазин. Увиденное его, вежливо выражаясь, шокировало, так он сказал. Особенно удивился наличию крымского вина, много вкусного хлеба, есть колбаса, сыр едят даже в России. Особенно Такера почему-то удивил эскалатор для тележек. Это называется Такер-траволатор у нас, и такое действительно есть. В российском супермаркете, который Такер
назвал самым сердцем зла, журналист решил провести своего рода эксперимент и купил продукты на неделю. Разница в цене его потрясла. Если в США на те же самые продукты на семью из четырех человек он потратил бы $400, то в Москве барабанная дробь ровно 100. В общем, увидел ужасающую российскую и инфляцию, и, конечно, разорванную в клочья экономику. Бачите, як ці путінські маріонетки з усіх сил в порівнянні з Америкою намагаються показати розвиток російської економіки, якого насправді немає. Бо ж люди зі здоровим глуздом і критичним мисленням розуміють, що все це просто показуха. Щоб росіяни, які роками живуть в лайні, думали і далі, що в цьому лайні жити все рівно краще. Російська Федерація настільки агресивне государство, що навіть прості російські магазини способны настроить американцев против американских властей. Ну, то есть нет границы нашему величию и безобразности. В Соединенных Штатах думали, что в России живут полупьяные медведи в буденовках и играют на балалайке. Это не преувеличение. Они реально думали, что это дикая страна, абсолютно варварская, которая мечтает, как варвары разрушили Рим, напасть на храм света на холме и поглотить его тоже. То есть мы вот когда теперь говорим, что снята информационная блокада, это с нашей стороны не пропагандистский прием. Они реально исходят из того, что мы недочеловеки. Саме так, ви є недолюди та варвари. Бо замість того, аби і справді зробити Росію цивілізованою та щасливою, ви розв'язуєте криваву війну. Та ще й погрожуєте ядерною. Разом з тим продовжуєте брехати про мир, дружбу, жвачку. Есть случаи, может быть, их не очень много, но их количество увеличивается, когда иностранцы относятся к нашей стране совершенно по-другому. Они приезжают к нам сюда не как туристы, а в поисках новой родины, потому что Россия кажется им каким-то, может быть, единственным оставшимся на земле местом, достойным для жизни. Уж извините, вот, кстати, посмотрите, сегодня Такер Карлсон выложил там ролик про московское метро. Я так понимаю, что он много чего наснимал. Мы не про человека, который приехал вот в Москву, увидел тут, как все красиво, а про людей, которые переезжают в российскую глубинку для того, чтобы остаться жить навсегда, привозят свои семьи, пытаются заниматься каким-то делом. И, правда, не всегда они встречают понимание со стороны наших аборигенов. Ну, это отдельный разговор. Давайте мы этот разговор и начнем. В начале года канадский фермер Аарон Фейстра вместе с женой и 8 детьми переехал из Канады в Нижегородскую область. Столь необычное решение объяснил тягой к нашим традиционным ценностям, в то время как в родной Канаде сплошь левая идеология и ЛГБТ. В российской глубинке канадец планирует заниматься фермерством. Потомки русских староверов из Бразилии, чьи предки покинули Советский Союз, сейчас пожелали вернуться на историческую землю. Объясняют они это тем, что Россия ближе к Богу. Старообрядцы занимаются сельским хозяйством. Многим приходится бороться с бюрократическими сложностями, но и новые соотечественники не всегда настроены дружелюбно к странным переселенцам. То травят коров, то портят посевы и даже поджигают дома. Мы страна открытая, дружелюбная, вроде как люди к нам вот с открытым сердцем. Мы открыты действительно по своей ментальности, мы дружелюбны, мы даем. То есть сначала корову кров отравим, ну, а потом. Это такое вот бытовое сознание, оно как бы его, от него не избавится. Щоб продемонструвати дружелюбність у повній красі, у студію запросили навіть кого? Правильно, американця. Тобто спочатку, вибачте, обісрати з ніг до голови, а потім розповідати про дружелюбність, ну все в дусі росіян. Сейчас все дружелюбно, несмотря на то, что у меня сильные разногласия, особенно политические, стилистические разногласия, как сказал Синявский, да? Разногласия чисто... Было такое. Да, чисто стилистические. Но вначале, конечно, было... Смотрели на меня свысока, на буржую. Пиндосом называли? Ну, ни раз. Не раз? Ну, это исключение. Конечно, есть злоупыхатели, есть их много, но сейчас, конечно, дружелюбно. У меня нет никаких претензий. Но другое дело, видите, что я уже в какой-то степени обрусел, и это очень высоко ценится. То есть я изучаю русский язык, это очень высоко ценится русским народом, что я стараюсь проникать в русскую культуру, русскую историю.
Яке ж це лицемірство та ницість? Бо вбивати, гвалтувати та грабувати – це у них, вочевидь, також прояв дружелюбності. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та дивіться обережно зомбоящик. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!